малоэтажные и энергоэффективные. Такими видят дома будущего владимирские строители. Первый должен появиться уже в следующем году. Сейчас определяются с местом. Судя по проекту, этот дом будет удостоен высшего класса энергоэффективности. И, как заявляют разработчики, все коммунальные платежи за двушку там составят около 1000 рублей. А само жилье будет стоить ориентировочно 32 тысячи за квадрат. Кстати, за реализацию этого проекта взялось владимирское предприятие. Оно занимается производством пеностекла. Это современный материал для теплоизоляции. В России аналогов ему нет. Производят пеностекло только в Америке. Но, учитывая сложившуюся политическую ситуацию, в стране взяли курс на импортозамещение. Правда, есть два «но». Материал дорогой и малоизвестный. Тем не менее, питерцы, например, с которыми мы теперь тесно сотрудничаем, заинтересовались. Возможно, они будут использовать пеностекло для утепления крыш домов. Если сядете на самолет и ночью пролетите над городом и в инфракрасном излучении снимете тепловые потери со здания, то это колоссальная теплопотеря. Но эти цифры президент когда-то озвучивал, что в принципе ежегодная экономия, значит, от повышения энергоэффективности в хозяйстве составляет 80 миллиардов долларов в год. В департаменте строительства уверены, у 33-го региона есть потенциал, чтобы все для строительства новых домов производить на месте. А то, например, завод железобетонных изделий у нас есть, а работает на благо соседних областей. Тем временем каркасные технологии местного производства позволяют строить быстро. Принцип такой же, как в детском конструкторе, когда все элементы собираются непосредственно на месте. Так, за месяц строительная бригада может возвести до 5000 квадратных метров здания. Но и тут не все гладко. Кадров для производства катастрофически не хватает. 50% то, что есть, это те, которые устраивают и готовы к данному производству. 50% это которые приходят люди, и их приходится просто обучать. Если материалы будут производить на месте, строить станет дешевле, а в регионе взят курс и на удешевление жилья. Квартиры в новых микрорайонах Веризино, Муроме и Вяткино должны будут порадовать покупателей ценами за метр. За счет чего можно снизить квадратный метр? Это, конечно же, комплексная застройка. А почему комплексная? Потому что здесь имеется возможность у организации, которая занимается комплексной застройкой, участие в различных программах. Например, программа «Жилье для российской семьи», компенсация со стороны федерального бюджета составляет 4000 рублей на квадратный метр жилья. Правда, чтобы соответствовать всем современным строительным нормам, многим предприятиям региона придется пройти техническое перевооружение, чтобы жилье было не только дешевым, но энергоэффективным и долговечным. Юлия Кузнецова и Артем Горчаков. 6 канал.